Привет, друзья! Как вы знаете, у меня недавно украли канал дней 10 назад, и в принципе я обратился в администрацию YouTube, но там у нас ведутся переговоры с менеджерами, и никаких особых результатов пока что это все не дает. Как многие из вас знают, на данный момент канал уже даже переименовали, и его как бы ну очень бы хотелось бы вернуть. И сейчас в данном видеоролике я обращаюсь к вам за помощью. Я очень прошу вас перейти на этот канал, ссылка на который будет в описании и ВКонтакте, и на самом YouTube, на своем канале я данное видео размещу. Я очень прошу вас перейти на любое видео на данного канала, чей владелец сейчас не я. Нажать троеточие, вылезет контекстное меню, и там нажать кнопку «Пункт пожаловаться». Далее необходимо поставить точку напротив пункта «Вредоносные и опасные действия» и выбрать тип действий «Другие», после этого нажать кнопку «Далее». И в следующем меню нам нужно будет ввести текст. Текст вы можете вводить, собственно, даже на свое усмотрение, что авторство нарушено, что канал был украден, но для того, чтобы вам было проще и не мучиться ничего не набирать, я набросал определенный текст, я его также оставлю в закрепе, также оставлю в комментариях ВКонтакте, чтобы все было просто и легко, можно просто скопировать и вставить его. Я не уверен, что данные действия дадут хоть какой-то результат, но так как результат на данный момент нулевой, то хоть что-то действительно нужно делать. Не знаю, почему я не просил вас об этом ранее. Но сегодня Константин Крабцов, спасибо ему огромное просто за эту идею, мне вот это все подсказал, и я прошу вас, чтобы вы мне помогли. Я не буду в этом коротком ролике ничего затягивать, говорить там, рассказывать, что взломали, как взломали, просто помогите мне сейчас, оставьте жалобу, и дальше, как канал вернем, я все это на своем основном канале вам расскажу. Ну и на этой неприятной для меня ноте я заканчиваю, мне достаточно неудобно вас просить о помощи, но я не знаю, что еще можно поделать, хотя бы вот это вот действие можно совершить все вместе. Я вам говорю честно, что очень даже хотел бы продолжить свои какие-то действия на канале, продолжить развиваться, продолжить реализовывать какие-то задумки, усложнять их, ну и соответственно пытаться делать хорошо. Я в свою очередь надеюсь, что чем больше мы оставим жалоб, тем меры, предпринятые нами, будут эффективнее. Лично я и несколько моих друзей уже оставили ну очень много жалоб, и под видео, которые были выложены злоумышленником или вот этим вот придурком, который то ли купил его, то ли откуда-то взял мой канал, и также под моими видео, какая собственно разница под каким видео жалоба, главное, что мы жалуемся на сам канал и на авторство. Ну и на этом пока что все, буду очень стараться держать вас в курсе всего происходящего, заранее вам огромное спасибо и пока-пока.